Так. Алло. Оля, зайди ко мне. В каком зале? Первый. Здравствуйте. И все залы, допустим, они здесь у меня, конечно, есть. Я заканчиваю. Вот то же самое, на сцене сейчас. И иногда даже отсюда смотрю. Иногда там иду по коридору и включаю, и смотрю. Работа наша такова, что нужно, чтобы добиться чего-то, ты должен весь процесс от начала до конца контролировать. Если ты его не будешь контролировать... Да. Доброе утро. Отсюда звоню по телефону и говорю, еще раз делайте, повторите. Здесь руки туда, здесь голова сюда. И это не потому, что я хочу контролировать. Меня интересует результат. Все, что я делаю, все, чему я отдаю свое время, свой опыт, свои силы и так далее, это результат у нас сцены. Невозможно. Это не значит, что у меня 100, так сказать, ко мне 100 претензий, я должен это уловить. Да, даже если 100, мы должны это уловить. Вот и все. Все, поехали. Если человек любит свое дело, получает удовольствие и сам хочет развиваться, то я думаю, что нужно просто заниматься своим делом. И это не барьеры, это лишь новые ступени к самосовершенствованию. И кнут, и пряник, конечно. Но я считаю, что нет результата без строгости. Это, наверное, может быть, это русская школа такая, да, но закал, он именно после строгих слов, строгих наставлений. И мы на этом сами закаляемся. Стой, 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 стой
second time. Второй раз. Third time. They make them very, very strong. Physically. Very strong, and it's very strict in the style, and the musicality, which is quite different from Balanchine, who was Russian. So they are struggling a little with that. It's hard to drill in something different than what they're used to doing. Зависая, идешь, и чуть ниже, но вместе с ней. Поймаю, не так, обрубай. Я не сторонник, вот знаете, консерватизм во имя консерватизма. Это утопия. Хранить драгоценное хранить нужно, однозначно. Ценное хранить нужно, но немножко мы должны помнить, что значит хранить. Мы не музей. Это можно в музее хранить. У нас живое искусство. Мы должны из поколения в поколение передавать и развивать это.